Дети захватили школу в Бердянске. Три подростка решили поиграть. Одетые в камуфляж ворвались в здание третьей гимназии. Юные террористы требовали общения с директором. Один пригрозил игрушечным автоматом, но в следующий раз пообещал прийти с настоящим. При появлении сторожа подростки пытались бежать. Задержать удалось того, что с автоматом. Он оказался 13-летним учеником 11-й школы. Подросток плакал и заявил, что раскаивается.